Привет, я Катя, мне 32 года. И не смотрите на то, что сейчас я сижу тут красного Валентина за облачной длины. И на шпильках 15 сантиметров. Я просто мама. И я просто сняла шпильку. Он потрясающий психолог. Он на тебя смотрит просто, он проникает в глаза и понимает, что ты можешь ждать. На всем, конечно, хотелось выглядеть с наилучшей стороны, а он дождался того момента, пока человек выключит вот это свое прекрасное и будет вот такой, какой он есть. Свет светит, уже струйки пота текут по прекрасному, напомаженному лицу. И ты думаешь, ну когда? А он хочет, вот, чтобы ты разозлился, хочет эмоцию получить на лице. Но ладно, когда один человек, и ты хочешь получить от него эмоцию, а когда там стоит 7 человек, и все совершенно разные, на первых, наверное, 6-7 кадров было видно вот эту неестественность, какая-то зажатость. А потом он просто двумя словами сказал: «Эй, все нормально, расслабься. Я ничего не делаю, это все ты делаешь, я просто нажимаю на кнопку». Вот он поймал ровно то мгновение, когда я выдохнула, и там вот получилось такое вот настоящее. Я впитываю ту информацию, которая мне нравится. То есть, например, мне нравится Валентин, естественно, Валентину узнаю. Для меня пример платьев Оскара Дель Рента – идеальная фигура у тебя будет в любом из этих платьев, потому что платье скроено таким образом, что ты начинаешь себя чувствовать 1,80 м и 40 кг. И неважно, сколько в тебе есть на самом деле, ты все равно будешь прекрасна. В дальнейшем мы будем иметь здоровое поколение людей, которые не будут думать о том, как же я на самом деле выгляжу со стороны. И не будут бояться своей естественности. Они всегда смогут подобрать для себя то, что будет на них идеально сидеть, или то, что сделает их фигуру правильной. Я думаю, что это и была цель всего проекта, и она удалась. Спасибо Цуму за то, что он действительно решился поработать с живыми людьми и передает всю эту информацию в массы.